Что-то невероятное просто творится в Качковском районе. Уже третий участок находим, где идет перелив через федеральную трассу. Сейчас дорожные службы, мы видим, устанавливают специальные ограждения для того, чтобы водители, особенно в ночное время, сейчас ориентировались, как правильно не заехать на обочину, как преодолеть водную преграду, чтобы, не дай бог, не съехать вот как раз на обочину и не завалиться боком, не уйти, что называется, под воду. Притормаживают потихоньку и фуры, и автомобили, прежде чем преодолеть водную преграду. Ну а вода прибавляет. Причем в этом месте, где сейчас перелив, здесь есть сточная труба под дорогой, но она, видимо, не справилась, и вода пошла верхом. Как мы видим, мощнейший перелив. Километров 60 до Красноозерского. Вот так вот видим, как не справилась сточная труба под дорогой. Вода пошла верхом. Здесь начинается, вот мы видим вдалеке, село Решеты Качковского района. Ну и вот такая ситуация на трассе Новосибирск-Кочки-Павлодар. Вода продолжает прибывать, и, как мы видим, в нескольких местах размывает федеральную трассу. Причем, как мы видим, очень большое течение.